Всем привет! Добро пожаловать на канал Пир Богов. Я хочу сегодня с вами поделиться очень вкусным рецептом винегрета. У каждой хозяйки есть свой секрет приготовления вкусного салата винегрета. Я готовлю без фасоли, без селедки, без яйца. Да, в действительности есть некоторые, кто готовит так винегрет. В классическом рецепте винегрет принято заправлять заправкой из масла, уксуса 3%, соль и перца. Но так как я использую маринованные огурцы и квашеную капусту, я не буду добавлять уксуса, потому что мне кислотности хватает. Все овощи я заранее отварила, остудила и почистила. Овощи будем нарезать маленькими кубиками, близкими по размеру к гороху. Все подготовленные ингредиенты сразу выкладываем в салатник или кастрюльку. Разрезаем крупные кусочки квашеной капусты. У меня капуста собственного соления. У нас на канале есть очень хороший рецепт. Свеклу также нарезаем маленькими кубиками. Многие свеклу заправляют маслом отдельно от других овощей, чтобы она не окрасила их. Но я люблю, когда овощи заправляются все вместе. Тогда винегрет становится ярким, насыщенным. Я даже специально жду, когда свекла даст цвет. Я считаю, что так он выглядит более аппетитно. Зеленый горошек промываем водой и выкладываем в салат. Кто-то готовит с горохом, а кто-то готовит с фасолью. Я даже видела, что некоторые кладут и горох, и фасоль. Добавляю ароматное растительное масло, использую только ароматное. Все хорошо перемешиваю, даю постоять несколько минут и перед подачей опять перемешиваю. Вот такой простой, очень вкусный салат у нас получается. У нас его любят все и даже кот. Я благодарю вас за внимание, радуйте близких и себя вкусной едой. Всего вам хорошего!